Интернет – один из незаменимых ресурсов современного человечества. Он является частью прогресса, развивается и меняет жизнь нашего общества. Интернет несет как положительные, так и отрицательные последствия. Так, IT-специалистами был учрежден праздник «День безопасного интернета» в 2004 году. Безопасность в интернете – это сейчас очень актуальная проблема, потому что много угроз происходит. Это и связано с нашими банковскими картами, с нашими личными данными, с нашими соцсетями. И основной механизм защиты, который сейчас есть, это наш телефон. Потому что мы регистрируемся в банковских услугах, в соцсетях, используя наш номер телефона. Среди распространенных угроз в интернете отмечаются следующие. Кража персональных данных, утечки данных, вредоносные программы и вирусы, фишинговые и мошеннические электронные письма, поддельные сайты, интернет-мошенничество. Специалисты рекомендуют использовать надежное интернет-соединение, пароли, по возможности включать многофакторную аутентификацию, не пересылать данные с смс-номеров, а также использовать антивирус и регулярно его обновлять. Если мы говорим про специалистов информационной безопасности, конечно, у нас в России это представлена компания «Касперский», и не только она разрабатывает продукты для защиты как раз персонального компьютера, нашего мобильного телефона, нашего браузера в интернете. Установив даже антивирусник, если вы его не работали с каким-то современным антивирусником, то, заходя на некоторые сайты, на которые вы раньше заходите, вы удивитесь, сколько различных запросов происходит, рекламных переходов, которые начнет антивирусник блокировать. В России праздник был учрежден в 2007 году. Активным инициатором и координатором мероприятий выступает региональный общественный центр интернет-технологий. А официальным организатором мероприятий Международного дня безопасного интернета Центр безопасности в информационном обществе «Не допусти». Ежегодно в рамках празднования дня проводятся круглые столы, семинары, вебинары, конференции, презентации новых программ, обеспечивающих безопасность интернета.